Трофинье Максим Долгополов. Второй раз не пришлось. Еще одна ошибка ЦСКА на их половине площадки. Это очень опасно. Паулиньо, передача, удар. Герман Черевань выручает свою команду сейчас. Суслов мог четвертый мяч в ворота ЦСКА отправить. Ну и до этого еще был шанс и у самого Паулиньо тоже. Ох, какой момент.